Ну что, вот опять иду на тренировку, на утреннюю. Что-то погода за последние дни сильно пасмурная. Почему я сейчас об этом заговорил? Мне приходят иногда письма, вопросы. Почему я все в таких вот очках, почему они желтые и зачем они вообще нужны, если уж тем более погода пасмурная. Вот потому и нужны. На самом деле это супер очки. Я поясню почему. Потому что в желтых очках, даже в самую пасмурную погоду, солнечно, вот я как-нибудь на камеру более качественно засниму, и на очки выступят со светофильтром. И вы как раз увидите все это. Дело в том, что даже когда вот облака, и даже когда идет дождь, вообще классно. Все такое яркое, желтенькое, как в самый яркий солнечный день. Но значит, интересно то, что в те дни, когда солнечно, оно с желтизны не добавляет, потому что и так спектра достаточно желтого, и все нормально. А вот когда именно пасмурно, и особенно зимой, когда вот это тяготит постоянно и вечная ночь, что постоянно темно, пасмурно, ну просто классно. Очень сильно выручает. Но там очки другие, там для катания на лыжах. А это я покупал очки именно беговые. То есть они для бега. Более того, я в них и на велосипеде катаюсь иногда, но суть в них еще и другая. Дело в том, что когда через парк бежишь, летают иногда всякие мошки, мушки, и они глаза попасть могут. Так они не попадают. Это еще плюс. То же самое бывает, когда бежишь по дорожке беговой. В сухую солнечную погоду может дунуть ветер, и вот эта поземка пыли может ударить тоже глаза. Этого и, в общем-то, пыль и песок глаза не залетят. Тоже хорошо. В общем, куча положительных таких факторов. Так что вам тоже рекомендую.